Этот белый красавец называется Бородино. На Рязанскую пристань он прибыл первым, что называется, открыл сезон. Несмотря на довольно скромную пристань, в лесопарк корабли прибывать могут. Благодаря дебаркадеру. Вот это мероприятие, оно позволит увеличить количество посещений, время пребывания в городе, что раньше это как бы было сделать невозможно. Удобство также для капитанов наших кораблей, которые уже привычно этот пристань, да, который будет пребывать вовремя. Его установили буквально сегодня силами канала имени Москвы. И за пристанью, и за дебаркадером следят они. Родина первооткрывателя судоходного сезона – теплохода «Бородино», Нижний Новгород. Схема проста. Отсюда, из лесопарка, туристы пересядут в автобусы и на экскурсию. Около самого дебаркадера, кстати, работа по благоустройству уже кипит. В этом году будет продолжаться благоустройство лесопарка. Оно как раз от моста, который расположен здесь, и вот до круга. То есть все будет благоустроено, установлено дополнительное освещение, там лавочки, музыка. Ну, наверное, слышали, да, сами, что это будет сделано. В том числе вот на пристани, видите, вот установлено освещение, лавочки определенные, которые позволят, ну, хорошим, конечно, потом, не как сегодня, нашим жителям посещать и просто любоваться вот этими видами. Популярностью у туристов, говорят, пользуется так называемая кругосветка. Москва, Коломна, Константиново, Рязань, Касимов, Нижний Новгород и по Волге назад. Маршрут у туристов скромнее. Прогулка по Рязанской области. Но приплывать, говорят, новые корабли будут регулярно. График уже есть. Валерий Седов, Юлия Пятницкого, телекомпания «Город».